Камила Борданаба в сериале «Игра в любовь». По сюжету Энрике Торт. Твоя очередь, спрашивай. Что ты чувствуешь? Моя жизнь изменилась. Я стала другой. Не такой, как раньше. Это ты все изменил. Дело в том, что мама умерла. Я рада, что ты на ней не женился. Почему? Ты не стал моим отцом? Мама всегда со мной. И в эту минуту она так же рада, как и я. Нет, но ты смотрела туда и... Не бойся, там никого нет. Она здесь? Нет, ее здесь нет. Спрашивай дальше. Хочешь есть? Я умираю от голода. Давай устроим пикник. Пикник? Бабушка говорила, что это то, что устраивают весной. А как вы отмечаете День студента? Мы просто не идем в колледж. А вы ездили на пикник? Мы все ехали в лес. Там ели, влюблялись, и это был пикник. Надо же, ели и влюблялись. И не пили? Было здорово. Что может быть лучше? Есть. И влюбляться?